Казанском федеральном университете прошел ежегодный фестиваль культур «Мозаика народов мира», приуроченный к 215-летию основания Казанского университета. В рамках фестиваля состоялся республиканский семинар с участием представителей Министерства по делам молодежи Республики Татарстан, проректор вузов и СУЗов республики, в рамках которых обсуждались актуальные вопросы реализации творческого и личного потенциала иностранных обучающихся. Все эти наши мероприятия, которые сегодня проводят, мы действительно хотели бы показать где-то свой опыт, мы бы хотели получить ваше видение, опыт ваших вузов в рамках работы с иностранными обучающимися. Все наши мероприятия сегодня, они приурочены к 215-летию нашего университета. Гости фестиваля смогли пройти экскурсию по выставке, посвященной культуре народов 5 континентов, и окунуться в традиции, обычаи разных стран, а также поучаствовать в мастер-классах по гончарному делу и рисунку из войлока. Иностранные студенты показали и рассказали о своих национальных достояниях в литературе, в искусстве, в ремесле, в одежде и даже в кухне, которую мог попробовать каждый желающий. Мы хотим рассказать чуть-чуть о нашей культуре, показать, что как мы живем в Латинской Америке, я сам из Колумбии. Я очень рад, что могу сегодня показать и дать мой чуть-чуть о нашем настроении, нашей культуре. Мы пришли сюда, чтобы знать другие культуры. А я из Мозамбика, типа я смотрю, как в других странах делают все вещи, типа как там одеваются, как там едят. Это очень интересно. Вот. Типа культура страны, это как будто различают, это вообще интересно. Я представляю Узбекистан, и я сама узбечка, и мы показываем наши традиционные национальные праздничные костюмы и также наши блюда. И это мероприятие, которое мне очень понравилось. Вот, мне очень нравится, и я очень рад. Особенно здесь, в России, да, я очень рад, чтобы такое мероприятие может приходить каждый год. Завершающую точку фестиваля «Мозаика народов мира» поставил гала-концерт. Номинанты, призеры и дома победители в номинации «Интеллектуальные бои», «Спорт», «Кухня народов мира» получили грамоты и памятные призы. Лилия Талипова, Ленардо Влетьяров, Универньюз.